Вас вітає інформаційна служба телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Євген Павловець. Глядіть у нашому випуску. Сьогодні у Мазарі відкрився новий дитячий сад. У водойомах Гомельської області відновляють популяцію стерляді. Сьогодні в Білорусі означається День архівіста. Республіканська акція «Молодь за безпеку» у прямому ефірі на радіо «Гомель-ФМ». Зараз об гэтым іншим більш подробязно. Новий дитячий сад на 300 місць відкрився сьогодні у Мазарі. Об'єкт соціальної інфраструктури побудовано у рамках державної програми соціально-економічного розвитку і комплексного використання природних ресурсів Прип'ятського Полесся. Оцінили працю будівників і проєктувальників і кореспонденти телеканалу «Мазир». Новий, яркий, сучасний. Дитячий сад з будівничого об'єкта перетворився у гостинний дом. По традиції, гостей зустрікали на порозі. Будучи повноправні господари, дошколяти дякували віршами. Руководству області ми говоримо спасибо за те, що в новому саді уютно і красиво. Дитячий сад став упрыгожванням новага мікрараёна. Яшчэ некалькі гадоў таму на яго месцы была пустка. Сіламі 20 падрядных арганізацій пры падтрымцы ісполкома, тэхнічных надзораў, праектнага інстытута воздвігнута гэта грандыёзнае строенне, которое украшает весь мікрараён. Доўгачаканы момант. Улада ад будаўнікоў назаўжды пераходзіць да педагогаў. Символический ключ от детского сада принимает заведующий государственным учреждением образования Ясли-сад номер 40 города Мозыря Жанна Ивановна Литвинюк. Легкий бутафорский ключ для керуника установы на самой справе великая отказность, что дня сад будут наведывать амаль 300 детей. Мы постараемся своим творческим педагогическим коллективом, чтобы нашим детям и всем уважаемым взрослым, их родителям, было уютно и комфортно в нашем детском саду. Просторные группы, новая мебля, цацки, утульные спальни, а еще атмосфера радости и свята у фарбах и на стенных малюнках. Мы под большим впечатлением, когда посмотрели территорию, посмотрели внутри садика, оборудование, комнаты. Чувствовано для людей, для детей, которые здесь будут. Трохпавярховый будинок – это 16 групп, компьютерный класс, спортивная, тренажерная и танцевальная залы, медицинский блок, а еще бассейн. Областные улады подарили установе архтехнику, районные – сучасные тренажеры. Проектов таких детских садов в Гомельской области практически нет. В 2012 году лично принимал решение о строительстве детского садика председатель Гомельского облсполкома Владимир Андреевич Дворник. И благодаря его поддержке, даже в трудное время, когда, казалось бы, не хватало денег, но тем не менее была всегда финансовая подпитка для того, чтобы этот детский садик в обязательном порядке в кратчайшие сроки вступил в эксплуатацию. Уже на наступном тыдне дитячий сад прыме своих выхованцев. Лидия Поттер, Олег Фицнер, телеканал «Мазыр» для телерадиокомпании «Гомель». У вазе гамельчан. 7 кастрычника за будаўнішых работ будет скорректированы рух транспорту по интернациональной улице. Штодня с 8.30 до 18.30 проезжать тут сможет только громадский транспорт. При этом будет закрытый припыночный пункт в улице Гагарина. Такий режим захавается до 25 листопада. Обязанные маршруты продухледжены по улицах Фрунзе, Пролетарской, Рэшевской и Селянской, а так само Богдана Хмельницкого, Бочкина, Украинской и Гагарина. Сегодня в Беларуси означается День архивиста. На Гомельщине своим профессийным святом его лечат больше 150 человек. Как выглядит главный архив в нашем регионе и насколько уникальные документы он заховывает, высветляла Ганна Ковалева. Это архивохранилище особо ценных документов, где хранится комплекс 1917 года. Вот. Это документы органов власти, управления, сельского хозяйства, образования, промышленности, которые у нас существовали в тот период времени. 500 тысяч документов, некоторые вековой давности. Военные стратегии, постановы улады, судовые справы. Державный архив Гомельской области – самое буйное архивное подразделение в нашем регионе. Тут працуют амаль полсотни человек. Зараз яны активно переводят фонды с Ховища у лічбовый формат, отказываются на запад и пишут сборники и представляют Беларусь на замежных конференциях. Я был приглашен на международную конференцию в октябре месяце в Израиль, в Иерусалим, где выступил тоже о Холокосте на Гомельщине. Была очень интересная конференция, было 17 стран созвано. Но я представлял Гомельскую область.
Увогуле, нароўні з мясцовымі жыхарамі сюды звяртаюцца і замежныя з Расіі, Украіны, Ізраіля і іншых краін. Цікавіць звесткі сацыяльна-прававога, маёмаснага і гістарычнага характару. Некаторыя шукаюць інфармацыю пра продкаў, каб скласці генеалагічнае дрэва. Іншых сюды праводзіць навуковая праца. Прычым для апошніх інфармацыя прадастаўляецца бясплатна. За месяц у сярэднім адказваюць на 300 зваротаў. Акрамя абласнога архіва ў рэгіёне яшчэ 3 падраздзялення. Архівы это самая важная сфера и деятельность нашей работы, потому что без документа человек не является человеком. Все начинается с документа. Потому что, не зная свою историю, не может существовать общество, человек и так далее и прочее. Поэтому, уважаемые коллеги, разрешите вас поздравить с самым дорогим для нас архивистов праздником, потому что история складывается с чего? С документа. А мы хранители этого очага. Ганна Кавалёва, Ігар Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». Рэгіянальная, нацыянальная, агульначалавечая ў славянскіх літаратурах абмяркоўвалі сёння на міжнародных навуковых чытаннях. Свае даклады на гэтую тэму прадставілі выкладчыкі аўтарытэтных ВНУ сямі краін свету. Гасцей прымае Гомельская абласная бібліятэка імя Леніна. На открытии конференции побывали наши корреспонденты. 7 краин-удельниц и полусотни запрошенных. Международное навуковое читание присвящены памяти народного письменника Беларуси Ивана Наумінкі. Его имя широко вядома как у нашей краине, так и за ее межами. Творчая спадчина письменника – это 12 сборников и оповяданий, а повесть – 6 романов и шматликие навуковые працы о проблемах становления и развития белорусской литературы. Мы вельми удячны Гомельскому университету и особисто профессору Штейнеру. И он молодчина, что сбирая навуковые кадры не только из всей Беларуси, а из всего света, не сядет склавши руки и робит вельми добрую навуковую справу. Даследчую справу Івана Наумінкі протягивают сучасные літаратуразнаўцы. Мясцовые и замежные навуковцы вызначаюць актуальные пытания и спрабуюць дать на их отказ. Ці будзе існаваць література у традиционном выгляде, до якой мы привыкли? Ці будуть з'являться шматтомные эпопеи? Ці може просто на змену великим жанрам прийдуть больш маленькие, якія адповідають нашому імклівому часу? Свои меркования выказывают специалисты из России, Польши, Украины, Германии, Словении и Великобритании. Их выступления показали, белорусская литература активно цікавится и за мяжой. Причем некоторые из гостей заявили об этом на белорусской мове. Я стал цікавиться Белоруссию, когда писал докторскую диссертацию о развитии так, белорусской мовы в 19-м стагодзе. И мне пошансовало так быть знакомым с судовыми людьми, так Василием Быковым, например, и с Рихором Бородулиным. Программа международной конференции различена на 2 дни. За гэты час будут огучены каля 40 докладов. При этом на сцену выйдут и родные Ивана Наумінкі. Ганна Кавалёва, Вероника Ворошилина, Ігор Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Скауты шотландского Абердина приехали в Гомель. Тут яны пробудуть тыдень и за гэты час наведуть некалькі гимназий, городский социально-педагогичный центр и областную ассоциацию детей и молоди АСДЭМА. А сегодня яны побывали на встрече с представниками городской улады. Сябровским относинам Гомеля и Абердина 26 годов. Побратимские стосунки існуют не только на паперы. Штогод з'являются новые накірунки суместной деятельности в разных сферах. Реализуются социальные, медицинские, культурные и адукационные проекты. Все лето заявилась и новая галина супрацовництва – обмен опытом по планованию городов. Гомельские городобудовники знакомятся с шотландской архитектурой, их специалисты приезжают до нас. Что до абердинской организации скаутов, то это уже 21-й визит у Гомель. Самый запоминающийся фрагмент города – это парк, центральная улица Гомеля и национальная еда – драники, блины и борщ. Я не изучаю русский язык в Абердине, но рад той языковой практике, которую смогу здесь получить. Также очень впечатляет архитектура Гомеля. Здесь очень красивое здание, и я надеюсь, что увижу еще много интересного, и у меня останутся самые приятные воспоминания. Водоема Гомельской области обновляют популяцию стерляди. Специалисты сподяются, что гэты представник семейства осетровых освоит свою экологичную нишу без шкоды для інших представников их теофауны.
На зарыбленні Прип'яті побывали наши корреспонденты. Больше 2 тонны шупаковой стерляди выпустили у Прип'ять специалисты природной аховы. До 70-х годов минулого стагодия у реках Беларуси стерлядь была довольно шматликой промысловой рыбой. Зараз ловится одинковыми экземплярами. Вид уключены у червоную книгу. Апошние 2 года специалисты спробуют обновить популяцию. Почему мы именно стерлядь и щука? Это, можно сказать, домашние рыбы, которые исторически уже сложились, они здесь жили, и им есть здесь кормовая база. Кормовая база, сами понимаете, это главный элемент питания рыбы. 10 тысяч рублей каштовали мальки, яких закупили у 2 рыбгасов. Это мытовые сродки членов Белорусского товариства поляуничих и рыболовов. С каждым годом все эти хищника меньше и меньше. Вода падает, воды нету. Я не знаю, куда это. И рыбаков очень много стало. И вылавливают не то, что всю рыбу. И маленькую, и большую, и среднюю. Частково ситуацию погоршает сама природа. Засуха, отсутность годного разливу, и рыба не растится у речища, а не у пойми раки. У вынику икра не програется солнцем на мелководье. До того ж, у речища яе амаль цалком з'едают драпежники. Белорусские навуковцы рают зарыблять водоемы тыми видами рыб, якія гістарично водились у Беларуси. В ближайшее время мы планируем зарыблять и реку Сож тоже. Может быть, в планах именно в том числе запустить сама. Значит, ну и опять же стерлядь тоже. Это очень интересный вид, который, вот, еще раз повторюсь, хотим установить популяцию. Евген Побаловец, Марина Северьянова, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель». Белорусская молодежная громадская организация вартовальников пожарных означает свое 15-годие. До этой даты промерковали республиканскую акцию «Молодь за безпеку». Активисты помогают шмадетным семьям, одиноким, состарылым и инвалидам. Сустракаются с ровесниками и рассказывают про свою организацию. А кроме того, акция вышла и на хвале радиостанции «Гомель-ФМ». На территории Гомельской области проходит республиканская акция «Молодежь за безопасность», которая приурочена к 15-летию Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. Именно эту дату отмечаем мы в эфире радио «Гомель-ФМ». Вместе с тобой участвуем в специально приготовленной акции. Спочатку, користаючися подказками диджея, радиослухачам треба было найти службовый автомобиль МНС. Зробить это оказалось нескладано. Ехали с супругой в автомобиле, и слушали радио, услышали, и были неподалеку, и сразу подъехали, оказались первыми. Той, кто первым вызначил место дислокации автомобиля, у прямом эфире радио Гомель ФМ отказывал на несколько питаний об белорусской молодежной организации воротовальников пожарных и МНС. За правильные отказы удельники отримливали подарунки. До речи, зараз белорусская молодежная громадская организация воротовальников пожарных одна из наибуйнейших организаций Беларуси, якая дейничая во всех ее регионах. У ее родах каля 170 тысяч человек. Активисты БМОСП активно участвуют во всех мероприятиях, конкурсах, слетах, республиканских акций, проводимых под эгидой Министерства по чрезвычайным ситуациям. Оказывают помощь многодетным семьям, престарелым и пожилым людям. Протягнется акция «Молодь за безпеку» до 15 кастрычника. Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Вечер, коли кино оживая. У концертной зале городского центра культуры гучала музыка с фильмов, якія стали сусветной классикой. Знакомитые композиции с таких блокбастеров, как «Гульня престолов», «Пираты Карибского моря», «Титаник» увайшли у программу под назвой «Сусветные саундтреки». Следующим ее представили музыканты державной установы «Гомельские городские оркестры». Над программой працавали больше 50 музыкантов. Речи, первый проект «Сусветные саундтреки» у Гомеля прошел в червине с великим успехом. Зараз у зале так само не было свободных мест. Проект «Мировые саундтреки» действительно очень популярен. И, наверное, потому что мы сделали шаг вперед навстречу людям, навстречу их интересам и вкусам. Было огромное количество просьб повторить этот концерт еще раз, так как столько людей уже чуть ли не перекупали билеты, поэтому этот концерт пройдет в третий раз. Пока более точной информации я сказать не могу, но ждите, этот проект имеет продолжение.
Гэта іншы навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Яўген Пабалавец. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.